Чувашия снят режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал глава региона Михаил Игнатьев. Режим ЧС был введен в республике 20 июля из-за засухи и отменен сейчас, поскольку погода нормализовалась. Глава региона поручил заинтересованным министерствам и ведомствам делать все необходимое, чтобы снизить масштаб ущерба от засухи. А местным властям создать резервы основных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Помочь пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям, говорится в распоряжении. По предварительным данным Минсельхоза, 245 предприятий в 13 районах Чувашии пострадали от природных явлений. Среди них Аликовский, Батревский, Ибрезинский, Канашский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Красночитайский, Мариинско-Посадский, Урмарский, Цивильский, Шамуршинский и Яльчикский районы. Чувашии не смогут собрать столько урожая, насколько рассчитывали. Из-за засухи погибли сельхозкультуры на 36,5 тысячи гектарах, а сумма ущерба составила почти 1 миллиард рублей. Минсельхоз Чувашии обратился за финансовой помощью в Федеральное министерство, чтобы минимизировать потери сельхозпроизводителей, пострадавших из-за засухи.